На этих полках 177 тысяч дел. В каждом сотни страниц документов, бумажных свидетелей развития города, местных предприятий, а еще истории жизни горожан. Их в том числе хранят вот такие метрические книги, которые в архив передали районные ЗАГСы. Метрические книги – это записи актов гражданского состояния в дореволюционной России. Эти книги содержат всю информацию о рождении, о смерти, о бракосочетании, о крещении всех поселян бывшего Сочинского округа Черноморской губернии. Книги в архив попали в крайне ветхом состоянии. Часть уже отреставрировали. Этим занимались специалисты в Краснодаре. Другие только ждут своей очереди. Таких книг в архиве около сотни. Всего же в год сюда поступает около 3000 дел, в том числе от предприятий, которые прекратили свое существование. Так недавно фонды хранилища пополнились документацией Лимстроя. Часть дел госкорпорации теперь хранится в Московском госархиве. Это проектная документация. Остальная, исполнительская, пополнила фонды Сочинского архива. Те, кто будет пользоваться этой документацией, это в первую очередь учреждения, организации, которые обслуживают олимпийские объекты. Вот это и организации типа водоканала по водоснабжению, канализованию, и теплоснабжения, и Кубанэнергосбыта. Кстати, храниться документы Олимстроя будут в новых помещениях Сочинского архива. Как раз сейчас, параллельно с описью документов, здесь идет ремонт. Там, где отделочные работы уже закончены, устанавливают стеллажи для хранения дел. А в других кабинетах ремонт в самом разгаре. Здесь уже установили окна, сейчас штукатурят стены, потолки, равняют полы. А самое главное, в помещениях поменяли инженерные сети. Документы должны быть хорошо защищены от воды и огня. Ведь в архиве хранятся не просто бумаги, как говорят его работники, а историческая память. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.